Парни из кузницы Red Forge создают реплики оружия из игр, сериалов и кино в своей мастерской. Они уже сделали секиру Гимли, меч Ведьмака, двуручный меч из Elder Ring и множество других крутых изделий. В новой серии они создали, наверное, лучшую свою работу — меч, рассекающий туман, Genshin Impact. Переходите на их канал по ссылке в описании, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте поможем набрать просмотры на крутом контенте. Итак, авантюрист, ты пришел спасти этого жалкого человека и освободить город от моего проклятия. Я сражу тебя и прекращу господство твоего террора в Элдеркипе. Ничто меня уже не остановит. Я заполучу все души этих земель для темного лорда. Пожалуйста, авантюрист, спаси меня. Молчать, плебей. Ну что, как я справился? Да. Хорошо, хорошо. Особенно для первого раза. О, спасибо, спасибо большое, сэр. Для меня честь работать с вами. Да, великолепно. А знаешь что, может, в следующий раз ты не будешь так переигрывать? Просто, знаешь, будь реалистичнее. Я могу так, да. Спасибо, сэр. Вообще, скоро придет следующий авантюрист, так что... Да. А, авантюрист! Ты пришел спасти этого жалкого человека и освободить город от моего проклятия! Я сражу тебя и прекращу господство твоего террора в Элдеркипе! Ничто меня не остановит! Я заполучу все души этих земель для темного лорда! Пожалуйста, авантюрист, спаси меня! Давай. Итак, авантюрист, ты пришел спасти этого жалкого человека и освободить город от моего проклятия! Спаси меня, авантюрист! Ну что, как я сейчас, а? Знаешь что, тебе не нужно думать о том, как ты сыграл, а о том, почему ты это делаешь. Итак, авантюрист, ты пришел спасти этого жалкого человека. Я сражу тебя и прекращу господство твоего террора в Элдеркипе. Пожалуйста, спаси меня! Я тут заметил, что в последний раз авантюрист надо мной смеялся. Мне кажется, он не должен смеяться. Ну да, точно не должен. Мне кажется, это потому, что ты немного переиграл. Пожалуйста. Авантюрист, спаси меня. Пожалуйста, авантюрист, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, авантюрист, спаси меня! Ну это было норм. Молчать, плебей! Это было хорошо. Это прям вот очень было хорошо. Да, я знаю. На данный момент это был лучший отыгрыш. Это было прям нормально? Да. О, вот следующий идет. Хорошо, поехали. Итак, авантюрист, ты пришел спасти... Я сражу тебя и прекращу господство! Итак, авантюрист, ты пришел спасти этого жалкого человека. Пожалуйста, авантюрист, спаси меня. Молчать, плебей! Последний авантюрист! Да, он попытался броситься и спасти тебя! Потому что ты такой фаербол! И такой... Классика. Кстати, уверен, что следующий скоро уже придет. Да уж. А, кстати, я хотел сказать, что ты правда стал лучше. Ты достаточно хорошо справляешься. Сэр, спасибо большое. Я имею в виду, что это много для меня значит. Нет проблем. Вообще, я знаю, что это временный квест, но я хотел спросить. Может, ты захочешь присоединиться ко мне в основной квестовой линии? Вы сейчас серьезно? Да. Но это будет все еще небольшая роль. Ну, там жертва пыток демонов в башне или типа того. Я люблю, когда меня пытают демоны. Прекрасно, тогда рад, что ты в моей команде. А чтобы ты понимал, это не оплачивается. Но эй, ты получишь прекрасный опыт, верно? О, вот он и идет. Эй, ребят, я бы сейчас сказал, кто перевел, а кто озвучил, но Адама не выпустят, пока они не наберут 10 тысяч подписчиков, так что подпишитесь на их канал. Он хочет писать, он хочет в туалет.